Самолет делегации Якутии с главой республики Егором Борисовым попал в неприятную ситуацию. Лайнер совершил экстренную посадку во Владивостоке. У самолета Суперджет 100 авиакомпании Якутия после взлета из столицы Приморья не убрались передние предкрылки. Всего на борту было 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Лайнеру пришлось кружить в районе аэропорта Владивостока, чтобы выработать топливо, после чего Суперджет благополучно приземлился. Через 3 часа авиакомпания подала резервный борт. Официальная делегация Якутии возвращалась из Владивостока только после участия в экономическом форуме.